Очень много кто просил меня нарисовать какого-нибудь персонажа из Зайчика, и я такой подумал, почему бы и нет, тем более, что я прошел эту игру. Да и в целом мне просто было интересно, что получится, так как я считаю, что рисовка в этой игре очень сильно похожа на мою. По крайней мере, какое-то сходство явно есть. Можно именно поэтому мне было несложно рисовать данного персонажа, но это не говорит о том, что я не старался. Давайте, ребят, договоримся, если вам понравится, как я нарисовал, то вы на меня обязательно подпишитесь. Ну и если хотите помочь набрать мне побыстрее 4 миллиона подписчиков, то нажмите лайк, прочие отмены и какой-нибудь комментарий. Например, вы можете посоветовать в комментариях, кого нарисовать в следующий раз из этой игры. Вот, например, этого персонажа мне посоветовала нарисовать одна из моих подписчиц в Телеграме. Я там часто сижу, поэтому заметил и вдохновился данной идеей. Так что не стесняйтесь мне писать, возможно, в следующий раз я реализую ваш комментарий. Ох, если честно, я очень волнуюсь показывать вам результат, очень сильно надеюсь, что вам он понравится. Вот что у меня получилось, пока.